И вновь коммунальный вопрос. Неделю назад к нам обратились жители дома 13/21 по улице Комарова. С ремонтом трещины в несущей стене управляющая компания номер 2, к которой относится этот дом, похоже, не торопится. Накануне проверить состояние стен отправилась жилищная инспекция. Решится ли наболевший вопрос и что ждет управляющую компанию в случае, если она и дальше будет игнорировать проблему? Узнала Юлия Мартынова. Крыша и углы, и вот это все конструкции, это относится к особо важным объектам. И их должны выделать без всякого, в первую очередь. У Павла Зюбана, хозяина квартиры, уже сдают нервы. Ровно год он обивает пороги управляющей компании номер 2 с просьбой о ремонте. И ровно год никаких подвижек. Почему зажито, ничего не сделано? Я не знаю. Трещина как была, так и есть. Что было выполнено? Вы можете ответить? Нет, не могу. Миссия представителя управляющей компании сегодня невелика. Вручить владельцу квартиры письмо, где указана стоимость ремонта 25 тысяч рублей. Оплатить сумму Павел должен сам, потому как управляющая компания отнесла ремонт трещины к капитальному. Это работа капитального характера. И выполняется за счет доп. Средств. Я плачу по 700 рублей, почти по 800, за ремонт и содержание жилья. Уж за год можно было выкроить эти 25 тысяч. Эти затраты, там не только это входит в это самое, там идет и уборка территории. Вы посмотрите, в каком состоянии двор, даже если туда деньги уходят. Вы меня спрашиваете? Да. Почему я сейчас? Я не готова отвечать на это. Представитель управляющей компании, ревизор жилинспекции, выдал новое предписание в течение месяца отремонтировать стену. Если это не будет выполнено, материалы передадут в суд. Государственный инспектор не удержался и дал хозяину квартиры уже лично от себя совет. Ужасные условия, конечно, ужасные. Обращался бы в суд на управляющую компанию как частное лицо. Есть, правда, и еще один вариант решения вопроса – принять участие в федеральной программе капитального ремонта многоквартирных домов. Мы сейчас занимаемся формированием списков на капремонт. Жильцы надеются, что после визита съемочной группы их дом окажется в числе первых на участие в этой программе. Юлия Мартынова, Андрей Дегтярев, телеканал «7».